канале CarTackle TV. И сегодня у нас на обзоре сумка от компании Trekker под названием Biteback. Эта сумка – отличное решение для хранения ваших любимых насадок, ликвидов и дипов. Сумка имеет две ручки со вставками из неопрена для удобства транспортировки. С торцевой стороны сумки расположились два сетчатых кармана. С лицевой стороны один карман на молнии. Карманы достаточно большие и могут уместить в себя большое количество необходимых жидкостей. С лицевой стороны в кармане можно расположить ПВА-материалы, ПВА-сетки, ПВА-мешки, искусственную насадку, стопора, а также инструменты и расходные материалы. Сумка поставляется шестью герметичными банками, которые в свою очередь расположили специальные вставки, которые имеют удобные ручки для использования. Банки очень хорошо герметичны, и по личному опыту могу сказать, что в них можно перевозить дип. Дополнительно вы можете разместить в этой сумке еще несколько банок с насадками, либо с дипом. Внутри сумка имеет специальную вставку из ПВХ-материала, который крепится на липучках по всему периметру. Если вы пролили дип, то вы с легкостью можете вытащить этот вкладыш, помыть его, либо протереть и обратно вставить. Внутри стенки сумки выполнены из фольгированного материала. Внешний материал полиэстер 600D. Размеры сумки 25×18×21. Это был обзор сумки Biteback. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!